Добрый день, меня зовут Тамир Уэттон, я президент клуба молодых бизнесменов. Мы в гостях у Анжелы Сырбу. Анжела, здравствуйте. Здравствуйте, Амир. Анжела, прежде чем мы начнем, очень бы хотелось, чтобы вы в двух словах рассказали, чем вы сейчас занимаетесь, чем управляете, и этого будет уже достаточно. Ну, скоро уже 20 лет моей компании, называется она «Акварель Групп». Это рекламное агентство «Акварель», в котором мы занимаемся фулл-сервисом для наших клиентов, партнеров. Это журнал «Акварель», женский журнал, это журнал «Бизнес-класс», это экономический журнал, которому вот в этом году будет уже 11 лет. Что касается еще наших проектов, это радио «Акварель», это первое женское радио, которому 6 лет, в 17-м уже 7. Вот. И это наш юный проект «Док-док», это портал для врачей, где вы можете найти врача в любое время суток, врача в Кишиневе, в Республике Молдова. То есть это получается врача, ну, неважно, это будет врач, который лор, либо да, это врач, это все врачи, хирург, либо это чисто консультация? Нет, это если вам нужен врач, вот вы пациент, вы не знаете, кому обратиться, кто, какие врачи хорошие есть в Кишиневе, в Молдове, ты идешь на портал docdoc.md, там есть врачи, например, если тебе нужен кардиолог, там ты можешь найти хорошего кардиолога, там есть рейтинги всех врачей, их специализация, комментарии, наверное, комментарии, конечно, которые были, и ты можешь записаться прямо на нашем сайте или позвонить в колл-центр, это 600-903. Да, 600-900, звоните, если вам нужен врач, если вам нужен хороший врач. Лучше будьте здоровы. Это юный, это наш юный проект, мне он очень нравится. Это стартап, ему уже вот скоро будет второй год. Так что я его очень люблю. Пока что он удачный проект. Супер. А скажите, как вы все успеваете? Вы женщина, очень красивая, вы эффектная, нужно же за собой все-таки следить, нужно тратить огромное время, чтобы всегда быть в хорошем таком позитивном настроении. Не краснейте, Амир, да. Не краснейте. И как вы все это успеваете? Я люблю свою работу. Я вообще, не знаю, карьеристка, мне нравится все, что я делаю. Когда я сделала рекламное агентство, я создала рекламное агентство 20 лет назад, потому что мне это нравилось. Я бывший работник телевидения, мне очень нравилось делать вот, рекламные ролики, фильмы. Я сама это любила, и поэтому вот когда мы начинали уже создавать рекламное агентство, то я была вся вот в этом. А мне сами, нравится сами, это. Или бы у вас была команда? Конечно, была команда. Сначала было 2 человека, потом было 3, потом 5, потом 15. То есть 2 – это вы и еще один человек, с которым да, вы это все да, открывали? Да, можно да. Можно сказать, партнер. Да. Скажите, а вот вы начинали с того, что у вас было ну, 2 человек в команде. Сейчас сколько вот насчитывает весь холдинг ваш? Ну, сейчас 60. 60 человек? Да. И получается, вы лично управляете, то есть давайте так, ваша ключевая компетенция. Знаете, вот некоторые считают себя вот лучшими в плане маркетинга, то есть отвечают полностью за всю рекламную кампанию. Кто-то отвечает за финансы, потому что он сильно финансы, кто-то за управление, кто-то в продажах. Вот ваша ключевая компетенция, вот в чем ваша сила? В силу то, что я могу продать все, что я хороший управленец. То есть вы их хорошо ведете переговоры и управляете? Да, да. И я могу сказать, что я могу построить даже, не знаю, любое. Ну, главное, конечно, ты можешь управлять тем, как, что ты любишь. Если ты, например, людьми управлять – это самое тяжелое, что есть в нашем, вообще в бизнесе. Подобрать правильно команду человека на нужное место, дать ему то, что он хочет. И главное, чтобы человек не только за зарплату работал. То есть получается у вас
основная часть, которой вы занимаетесь в компании, это управление всей командой. Mm-hmm. Плюс, когда какие-то, наверное, ключевые договора, которые mm-hmm. нужно заключить, вы, наверное, видите. Кризис-менеджер. Да, и вы, получается, приходите. Да. Здравствуйте, меня зовут Анжела Сурба, вы меня знаете, давайте заключать договор. Да, но не только это. Это не главное в моем бизнесе. И вообще не главное. Главное, наверное, лидер. Вот я как лидер, и я всегда смотрю дальше, вот на 2 года вперед, на 5 лет вперед, куда мы двигаемся, мы туда идем, куда развивать еще наш бренд, наш бизнес. То есть вот это тоже надо не только чувствовать, но и знать. Uh-huh. Вот, например, тот же самый журнальный бизнес, да, он достаточно тяжелый, но дальше что будет? Вот мы должны развивать себя, например, не знаю, там, сайт наш, или мы должны вообще только перейти только онлайн, или мы должны оставлять журнальную версию. Как правильно развивать дальше тот же самый бренд акварель? Если вот не секрет, вот самое прибыльное направление у вас какое? Какое вот считается ваше? Это рекламное агентство. То есть рекламное агентство? Да. А в рекламное агентство, получается, ну, какие направления входят? Это full service agency. Это все. Полный спектр услуг для клиентов. Начиная с брендбука, и дальше мы снимаем ролик, креативим. То есть все, что касается дальше, вплоть до того, чтобы этот продукт вышел на рынок правильно. Слушайте, а вот говорят, что в Молдове журнальный бизнес, он, ну, это больше как имиджевая составляющая, но не как бизнес, потому что нет, на нем не ты не заработаешь. Это нет, правда, допустим, нет, это не правда. Это неправда? Все должно приносить доход. Если он не приносит доход, значит, мы его закрываем. То есть, правильно я понимаю, то есть и акварель, журнал «Акварель», и бизнес-класс, это является рентабельным бизнесом, который работает всё, в полную мощь. Всё, что мы делаем, должно принести деньги. Да. Если он не приносит бизнес деньги, значит, мы зря тут работаем. Хобби, нет, хобби не должно быть. Хобби – это хобби. Да. Это хобби, когда ты… Это хорошо, когда ты любишь свое дело. Да? Это тоже для меня. И тот же самый журнал «Бизнес-класс» – это и хобби, потому что я читала и читаю бизнес-журналы. Мне это нравится. Я его сделала, потому что я любила читать тот же самый РБК, «Секрет фирмы», «Forbes» и так далее. Поэтому мне Harvard Review, я читала это, мне это нравится. И поэтому мы создали журнал «Бизнес-класс» для того, чтобы мы понимали, что здесь у нас на рынке тоже есть компании, которые реально работают, которые есть стратегии, которые понимают, что такое маркетинг. Но все должно принести деньги. А вот есть какое-то у вас правило, ну, вот благодаря чему вот ваш бизнес вот является вот таким успешным и что вам это позволяет? Потому что говорят, что женщина в бизнесе, ну, это не всегда, не то что хорошо, то есть это достаточно, женщина, она эмоциональный человек, должен быть вот мужчина, который является глава компании, и он правильно направляет. Потому что женщина иногда бывает делает там какие-то решения, принимает на эмоциональном уровне. И иногда это не всегда правильно. Вот как вы принимаете решение, как у вас получается так успешно вести? Я бы не сказала, что я не эмоциональный человек. Я эмоциональный человек. Но я старалась уже, вот стараюсь в течение вот своего времени все эмоции контролировать. И что касается вот женского бизнеса, мужского бизнеса и так далее, мне кажется, я не знаю. Вот в нашей компании, еще раз повторяюсь, на 110-й раз, что просто надо работать. Не лениться, лениться. Да, есть время, когда мы отдыхаем всей компанией, у нас есть, мы делаем и вечеринки и так далее. Но и журнальный бизнес, это очень как трудоемкий. Здесь действительно, если кто-нибудь думает, что мы только тусуемся, это действительно не так. Да, у нас вечеринки. То есть, если ты хочешь, чтобы он не был рентабельный, это было хобби, да, то есть можно устроить, чтобы это были вечеринки и так далее. Все, каждый бизнес. И не знаю, продавать и делать свои вина, и, не знаю, там, стеклопакеты, и мебель, и так далее, нуждается. Если ты хочешь, чтобы этот бизнес принес тебе доход, ты должен работать.
И так не получается просто так. Откуда вы берете идеи все эти? Ну, вот шоу классно, вот кого привести, как организовать какой-то вот там флешмоб какой-нибудь. Вот как, откуда у вас все эти идеи? Постоянно учиться. Это второе, что вот, к сожалению, вот ничего нового я вам не скажу. А где вы учитесь? Вот, откуда вы учитесь? Интернет, это даже, понимаете, вот иногда ты просто, да, вот была в Абу-Даби, смотрю на пляже, делают классную вечеринку, пивники. О, почему нам бы не сделать такую вот вечеринки, вот такую вот тусовку, это классный промоушен, и пиво, и там артисты, и все вот это вот, вот у нас не было такого. Иду в Эфес, говорю, давайте директору, да, давайте мы организуем этот BTL, так называется, да. Below the Line Activity. Это классно, и вот так вот мы целые два лета работали для Эфеса и делали такие Below the Line Activity, да, ивент вот на всех наших, на бассейнах, вы помните, да, вот, вот с конкурсом, с диджеями и так далее, потому что это актуально, да. Молодежь это любит, это необычно, такого не делали, и они остались довольны, и мы. Хорошо, у меня вот такой вопрос, а как все-таки вот вы считаете, вот, ну, те люди, которые нас смотрят и увидят вас, подумают, как это круто, вот, ну, вот на река у Анжелы много связей, наверное, партнеры помогают, ну, вот, тяжело, допустим, вот я, даже не девушка, парень, неважно кто, вот мне одному вот сейчас взять и что-то сделать, это сложно, большая конкуренция, много уже делают, и как бы сейчас что-то начать, какой-то стартап будет намного сложнее. А вот Анжели им намного легче, у них уже все есть. Да, конечно. Вот что вы скажете таким людям? То есть на самом-то деле, ну, понятное дело, есть наработанная репутация, но по идее, вот на самом деле так сложно что-то начинать у нас в стране? Я думаю, что ничего не сложно, если ты очень сильно хочешь. Это во-первых. Во-вторых, никогда не надо думать о том, что вот, вот кому-то легко, а вот тебе уже связи и так далее. Ничего подобного. Никто и мне даже с моим опытом не дает просто так денег, потому что я, не знаю, там опытная и так далее. Мне дают деньги, если я правильно аргументирую это. Если действительно человеку это нужно, да, то есть если человеку действительно это надо, и ты сможешь убедить это сделать, то есть пойти со мной в партнерство и так далее, только тогда человек пойдет на это и так далее. Да, есть уровень доверия, которому я работала над этим уровнем доверия на протяжении многих лет, скажем, 20 лет, сколько я в бизнесе. И, конечно же, мне будут доверять больше, может быть, чуть-чуть. Но и конечно, мои проекты, в котором я принимаю участие, это другого уровня. Но на сегодняшний момент, если мы говорим о бизнесе, то надо пробовать. Никогда не надо смотреть на то, что тебе скажут люди, или то, что, например, тебе скажут, что нет, у тебя это не получится. Неправда. Бывали проекты, я видела, неоднократно мне говорили, когда я начинала акварель, что ничего не получится, что этому журналу будет один год и все, и ничего подобного, это все баловство и так далее. Нет. Даже когда мы начинали журнал «Бизнес-класс», то же самое. Сказали, ой, на рынке есть столько, есть и это, еще вот вы с вашим журналом. Если у бизнеса есть своя изюминка, если у бизнеса есть действительно отличие твое вот, от другого, и ты сможешь быть оригинальный в чем-то, просто надо создавать что-то оригинальное, хорошее, и сделать так, как не сделали другие до тебя. Это очень важно. А вот как это сделать? Вот есть вот любопытные люди, есть, которые вот пытаются что-то взять для себя новое, но у них вот что-то вот из рук вываливается, вот не получается. И вот понятное дело, что они рассеянные и безответственные. Вот есть какой-то вот, если ты вот в детстве пропустил вот этот этап воспитания, когда ты был отличником, когда, ну, бывает такое, что двоечники, они многого добиваются,
Есть ли какой-то принцип воспитать в себе ответственность и не быть таким рассеянным? Вот есть какой-то принцип, который может... Понимаете, никогда, если человек видит результат своего труда где-то, вот, например, он сделал эфорт, да, то есть он собрался, и он видит, что у него получается, и у него вот сразу он заработал кучу денег. Вау, круто, это его мобилизирует. И он дальше может дальше то и стараться. Он видит, что результат его труда он вложил, и он увидел. Если не будет один раз, второй раз вот тот результат, который он хочет, третий раз, то, конечно, он руки, но вот и здесь или у тебя пойдет второе дыхание, и ты все-таки нет, я добьюсь этого. Вот в чем отличается удачные люди от неудачных. Потому что один раз, третий, четвертый, у тебя, может быть, не получится вот тех результатов, которые ты ожидаешь, вот твои ожидания, вот что, например, бы я бы сделала вот это. Получила $1 миллион. Круто. Но не получается $1 миллион сразу. Тебе нужно долго идти к этому $1 миллион. Поэтому или у кого-то отпустятся руки, его ожидания такие, а у кого-то нет, я добьюсь этого. Ну, может быть, не сейчас, через 5 лет, через 10, но у меня это будет. Поэтому вот эта персеверенция, понимаешь, доведение дела до конца. Вот чего у молодежи не хватает? То есть, вот доведение дела до конца. Да, вот да, там будет. Ну, может быть, с первого раза у тебя не получится. С второго, с третьего. Но с десятого-то вот у тебя получится. И ты учишься на этом. Нельзя говорить, что вот у тебя ошибки. Да. И все, вот у меня то ошибки и так далее. Эти ошибки это тебе в плюс. Эти ошибки тебя учат. На этих ошибках мы учимся, и мы улучшаем себя как личность. То есть надо улучшать в себе вот этот вот стержень. Это и называется стержень. Если у тебя есть стержень, то ты добьешься. Может быть, через 2 года, через 3. И не падать сразу. Вот есть люди, у которых есть стержень, как говорит одна моя знакомая, яйца. И у кого нет яиц? Так получается. Бывает. Да, поэтому надо в себе воспитывать вот это вот, да, взять себя в руки, не лениться и добиваться результата. Ребят, вы знаете, я было одно. Я когда думал о том, что вот у нас будет встреча с Анжелой Сырбу, мне вот казалось, ну, просто, наверное, вот везет людям некоторым, и у них вот и возможности есть, и знакомые, и вот как-то получается. А я теперь понял, что на самом деле... бизнес с акварелью и Анжела Сырба – это как раз вот олицетворение целеустремленности, умение и желание добиваться высоких результатов и быть всегда первым. Я и вам советую реально не останавливаться, не опускать руки и быть всегда первыми и хотя бы стремиться быть лидерами. Мы были в гостях у Анжелы Сырбы. Анжела, большое спасибо. Было на самом деле очень приятно и интересно послушать вас. Я для себя очень много узнал. Admission, take this from me tonight. Oh, let's fight.